Следующий наш гость – это Злата Русова. Сейчас нам сыграет на гуслях свои авторские произведения. У кого уже? Народные. Народные. Ой, отключите! Thank you.
аромат без сомнения манит. Лепестки нежным шелком усыпаны, бахромою своей пленя. И цветет весна разгулялась, красногорка вовсю пергорой. И сирень пятилепестковая разговаривает со мной. Я надену кольцо с изумрудами, подарил ты его той весной. Пусть расскажет оно мне про милого бесконечной своей красой. Тешусь я вовсю балалакою, из березы она соткана, и чудесной порой ненаглядную я посею в саду семена. Спасибо.